Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марине Стик. Сегодня 20 февраля 2022 года. И мне очень и очень обидно. Я сегодня снимала видео о своем рукоделии, своем хобби. Рассказывала про бусики, которые я собираю. К 23 февраля браслетики в подарки друзьям и к 8 марта. И вот эти вот маленькие комментаторы не давали мне просто слово сказать. Им было весело, они играли, они кричали. Это просто ужасно мешало мне снимать видео, сбивало меня с мысли, перебивало меня по звуку. Мне даже тяжело было их перекрикивать. И вот теперь, когда я закончила съемку видео, решила снять видео про щеночков. Все сладко спят. У Левушки теперь это любимое место. Обратите внимание, я ему уже туда плед постелила. Это моя корзиночка из-под вязания. В этой корзиночке обычно я хранила пряжу, спицы, ножницы, крючки, изделия, которые были в работе. Сначала Левушка вытянул оттуда все мои клубочки. Затем, когда корзинка осталась полностью пустая, Левушка туда забрался и стал спать. А теперь, когда Лева встает, играет, кушает, делает свои дела и приходит ко мне на кровать, когда я сажусь к компьютеру, он сразу идет в эту корзинку, как в свой домик. Поэтому я ему туда добавила уже пледик, игрушки тут у Левки, вкусняшки, погрызушки. И фамилия у него теперь будет такое, как в мультике Простоквашино говорили. Левка Корзинкин. Обещала, дорогие друзья, сделать видео, как играют и веселятся щеночки. Но щеночки наши веселятся только тогда, когда мне надо что-то делать, рассказывать. А как только у меня появляется время сделать видео про щеночков, малыши у нас сладко спят. Поэтому, дорогие друзья, я прощаюсь с вами ненадолго. Как только детки у нас выспятся, какие смешные у Левки лапки, я обязательно, конечно, сделаю видео про веселых щеночков. А еще я хотела показать, какие у Левки смешные бровушки. Я не знаю, получится у меня или нет, но у него усики около носика, а над глазами огромные-огромные, как усики, вот такие длинные бровки еще есть. Я не знаю, пока, ну, видно ли это все на камеру. А еще мне будет очень-очень интересно, именно для этого я сейчас делаю это видео. Корзиночка эта очень маленькая, в нее помещается реально клубочек ниток. И вот посмотрим, как Левка будет помещаться в эту корзиночку через пару месяцев, когда он подрастет. Что он будет делать, когда он не поместится в эту корзиночку. Я ему своими подсветками мешаю спать. Лев наш устал. Что, и машины там ездят. Одним словом, это теперь его домик. Он туда укладывается. Вот она какая малюсенькая. Да, пришел ко мне поближе тут Лёк. Я ему подсветкой, видимо, этот подсвечиваю мобильником, потому что это все находится у меня под компьютерным столиком. И Лёвке там темно и уютно. На этом, дорогие друзья, буду прощаться с вами. Лев отдыхает, проснется. Буду показывать и рассказывать, чем у нас занимаются ребята. Всем пока-пока и до новых встреч!